Этот Новый год Ашот решил встретить в тишине и покое. Добрый вечер. Я Владимир Молчанов. И сегодня мы расскажем вам о гамадре. Я сегодня тоже с утра. Да что ж такое? Устроил тут, хочу, не хочу. Сколько можно? Кого это там черт принес? Нормально, иду. Иду. Сейчас. Здорово, братан! Проходил мимо Новый год, а ты один решил зайти. Вот и подарок тебе принес. Располагайся. Арат, я знаю тебя 25 лет. Чего тебе надо? Понимаешь, в чем дело? Сейчас ко мне должна зайти девушка. Ты не мог бы мне помочь? А как я могу тебе помочь? Ну, постой на улице часов 5. Но там же холодно. Ну и что теперь? И что тебе, что мне делать? Сейчас она придет, спрячься куда-нибудь. Куда мне спрятаться? Да, быстрее, какие-то проблемы. Она уже пришла, Ашот, быстрее. Я тебя очень прошу, это мой последний шанс. Решат твои проблемы как-то. Одну минуточку. Я вас очень прошу, одну секундочку. Войдите. Привет, Арарат. Ой, привет, Оля. Ой, слушай, какой у тебя необычный столик. Это мой папа сделал. Двадцать пять лет назад. Очень мило, но у меня к тебе серьезный разговор. Нам надо расстаться. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Как расстаться? Все дело в том, что мне очень нравится твой брат Ашот. А почему Ашот? Потому что это человек, на которого можно опереться в трудную минуту. Да что ты говоришь? И что бы ни случилось, он вынесет любой удар судьбы. Да не может быть! Что ты сказал? Ты говоришь, как Ашот. Почему ты раньше не говорил этих слов? Я не думал, что ты хочешь услышать «Hello, get it, Jesus, God, Rotsav, Ivan». Ну хорошо, я останусь. Слышь, братан, такая ситуация, уже диван нужен. врач нужен. Что ты начинаешь? Сам что я начинаю? Что ты все время все испортишь? Подожди, Оля, подожди, не уходи, мы с тобой. Сколько можно, объясни мне? Все время твои проблемы должен я решать, да? Хотел нормально Новый год провести, приперся. Сейчас бы еще вся команда здесь собралась. Ашот, опять жрать нечего. Ну что такое, ты хоть что-нибудь приготовил? Ну вообще ничего нет, а? Нечего, конечно. Я вам что, волшебник? Холодильник наполнился, он наполняется сразу. Ашу, лосе, эсэф тачим, волшебство я. Ну, давай попробуем. Хочу, чтобы здесь появилась Анжелина Джоли. Я так и знал. Никакого волшебства нет. Вот так всегда со мной. Хочу Анжелину Джоли, получу, как всегда, Наташку. Привет, Ашот. Привет, Наташка. А ты как здесь появилась? Не знаю, я вообще в магазин шла. Так, подождите, я начал понимать. Ну-ка, отойди. Так, ага, Липецкая фабрика, стул сделан из красного дерева, обтянут кожей. Стоимость 2 рубля. Этого быть не может. Значит, стул волшебный! Волшебный стул! Так, парни, я думаю, что вы все понимаете, какая ценность у нас в руках. Моя прелесть! Я дам! Арарат! Это мой стул! Отойдите! 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 Заберите! Ну что ж, начнем! С кого же начнем? Наверное, с этого.
Нет, не с этого. Значит так, поющая команда. Ты! Арарат, не надо. Музыку! Я тебя прошу, не надо. Надо. Ну, Арарат! Надо. Арарат, ты самый лучший, лучший парень на планете. Ты мне ничего не должен, Арарат. Ты сволочь, я тебя убью. А нет, люблю. Но ты мой брат, старший брат. Надеюсь, вы все понимаете, что может случиться, когда вот такая вот вещь попадает не в те руки. Я думаю, что наши болельщики, которые сидят вот там, всем стоять!